Доброго времени суток. Рассмотрим очередной коучинговый вопрос. Сегодня хотелось бы рассмотреть следующий вопрос. Он звучит следующим образом. Насколько такое видение системы помогает вам? Вопрос относится к видению клиентам той системы, которую он описал в процессе взаимодействия. Возможно, у него это какая-то конструкция, может быть, это модель, может быть, это операционная какая-то система. Здесь вариантов может быть несколько. И здесь мы как бы уточняем еще вот этот вот термин видение, оно отчасти связано с визуализацией. То есть то, что вы видите эту систему, как оно там для вас и как оно вам помогает, собственно. Еще раз повторю вот этот вопрос, насколько ваше видение системы помогает вам, или можно переформулировать вопрос, насколько то, как вы описали или рассказали систему о системе, вам помогает продвинуться в сторону вашего результата. И здесь сама вот эта идея видения и помогает в части продвижения результата. Собственно, на этом и хотел сделать акцент, что мы призываем клиента подумать глубже и посмотреть на то, как он эту систему себе в голове представляет и как с ней работает и взаимодействует. Собственно, когда человек, клиент, собственно, покрутит еще дополнительно и попробует найти вот эти элементы помощи, то здесь, может быть, появятся некие камушки, на которые можно опереться и как-то их пораскручивать и что-нибудь интересное вытащить. Всем добра, пока-пока!